Главное за день из телеграм-канала «Русньюз». Подписывайтесь, чтобы узнавать новости первыми. Ссылка в описании. Суд вынес приговор экс-главе штаба Навального в Томске. Ксению Фадееву обвинили в организации экстремистского сообщества и участии в деятельности организации, посягающей на права граждан. Приговор вынес судья Дмитрий Худяков. Фотографа обвинили в дискредитации армии. В Санкт-Петербурге на 73-летнего фотографа Валентина Никитченко составили очередной протокол о дискредитации армии России. На его сайте нашли негативные высказывания о Путине. На Камчатке река затопила собачий питомник. Под воду ушел питомник Авача Мэй. Бурные потоки снесли собачьи будки. Повреждена инфраструктура. Красную площадь закроют на Новый год. Красная площадь будет закрыта для посещения с 18.00 31 декабря до 8.00 1 января, за исключением ГУМ-катка. В Сербии протестующие возвели палаточный лагерь. Митингующие студенты, не согласные с результатами выборов, перекрыли улицы в столице Сербии и поставили палаточный лагерь. Подробности и другие новости в телеграм-канале «Русньюз». Подписывайтесь, чтобы узнавать новости первыми. Ссылка в описании.